Всем привет! Сегодня хочу вытащить из горшка свою парменею за время моего отсутствия. У нее все листики попортились и отвалились. Листики были вот такого вот коричневого цвета. Вот такого коричневого цвета, как вы можете наблюдать. То есть, я не знаю, может, это только на старых бульбах, это нормально, но я вижу, что на новых ростах тоже есть потемнение. Вот новые росты и есть потемнение. А, нас не было где-то 10 дней. И не знаю, то ли от жары, перелива быть не должно, это точно не от перелива. Скорее всего, от сухости и жары. Вот, такой она у меня конструкции. Вот такое кашпо. Так. Ну, корешки хорошие. Корешки белые. Сейчас я избавлюсь от этого старого мха, который уже испортился. Я думала, что причина в корнях, но смотрю, что нет. Корни очень такие хорошие. То есть, может быть, это так положено, что на старых бульбах листики отмирают. Но меня беспокоит то, что на новых ростах листики тоже портятся. Вот. И... может быть, это от жары. Корни очень-очень хорошие. То есть нет смысла ее вытягивать, потому что я сейчас поврежу все корни. Я ее сейчас, как она вот так была, по кругу я обложу вот этим вот своим живым мхом. То есть заменю ей просто мох, который был по кругу. Ну и пронаблюдаю. Значит, влага. Влага тут есть. Даже горшочек запотевший. То есть не от пересыхания, это точно. И не от замокания. Потому что если бы было замокание, были бы гнилые корни. В чем причина? Мне кажется, эти новые росты, они испортятся тоже, потому что если он уже начал вот так вот коричневеть, ржаветь, или как сказать, то это все хамба листику, это точно. А тут на новых ростах. То есть, боюсь, я потеряю и новые росты тоже. Какое-то заболевание, значит. Вот такая вот у нас неприятность. Ну что ж, не буду я ее вытягивать, иначе я... этот мох, который внутри, он еще хороший. То есть менять я его не буду. Так, сделаю, как говорила. Просто заменю мох по периметру. Парменеи очень любят влажность, поэтому я придумала вот такую вот конструкцию. И я вижу, что ей нравится,
потому что бульбочки у меня были постоянно налитые до моего отъезда. Она очень красивая была. То есть зеленая листва. Ну, что-то пошло не так. Ну, ничего. Что будет, то будет. Корни-то хорошие. Пустит новые росты. Попробую пролить ее фитоспорином. Процвела она, кстати, тогда. Я обещала вам рассказать, когда она у меня цвела. Процвела она чуть больше месяца. Началась жара, может быть, из-за жары она. Ну, месяц это точно, месяц и несколько недель. И получается везде со всех сторон ей влажно. Видите, куда она тянет корни? Она корни выпустила через корзиночку, там где был мох, мха побольше. Это ей нравится. Вот теперь у нее будет свеженький живой мох. Ну, правда, я не знаю, как теперь удобрять ее, потому что от удобрений мох портится, умирает и ржавеет. Не знаю, как теперь быть. Хочется и мох сохранить, и растения подкормить. Кстати, а может быть это был и передоз удобрения каким-нибудь? Так. Ну, вот так, хорошо, красота. Свеженький, красивый мох. Если она захочет, она вытянет корешки вот сюда вот. Она так и делает. К свежему мху, если ей не нравится вот это, что внутри. Но там корешки тоже хорошие, я вижу. Отличнейшие. То есть корни у нее замечательные. И это значит, что с поливом все хорошо. И, кстати, ростик есть. Где это? Где это? Вот. Вот он. Жара у нас уже прошла. Может быть, она у меня отойдет. Вот такие дела у меня с проминеей. Все. Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.